старые добрые секреты, пасхалочки и баги, друзья. Часть третья. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Первая и вторая часть старых добрых секретов есть вот там вот. Видите? Кликайте, друзья. Ну что, наша локация... Вот, это Форелхост. И нам нужно... Нам нужно вот это вот гнездо. Видим орла. И пытаемся на него запрыгнуть. Вот так вот. Так, теперь самое сложное это удержаться на нем. Так, секунду. Это, как говорится, легальный способ полета, друзья. Так, спокойно. Спокойно. Я готов. Я готов. Полетели! Полетели, черт подери! Так, стой! Конечно, нужно потренироваться. Так, попытка номер два. Ну-ка, осторожно. Так, пока все идет нормально. Пока все... Вау! Я лечу почти! Зачем? Зачем нужно изучать крик и потом летать на драконах, если можно летать на орлах? О, черт, высоковато! Ёпта! Друзья, можно потренироваться и реально полетать. Это очень забавно. Пробуйте, пробуйте. Уникальное оружие на самом-самом-самом начале игры. Друзья, вот, мы недалеко от камней хранителя. Возле реки, и нам нужно вот сюда. Тут у нас некромант. Привет. И пока. Кстати, можно взять книгу, которая прокачает нам колдовство. Это мой сынок Ванюша. Ух ты, монетка как. Черт, вы посмотрите, сколько... Ваня, тут не стоит смеяться. Это ж трупики. Это скелеты. Смотрите, друзья, нам нужно вот сюда. Между прочим, мне по этой фишке... по этой фишке написал парень в комментариях. Я такой, черт, я как раз запланировал это показать вам. Нет, 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 это не муравей, не это кружка. Это вот этот вот парень. Это у нас дровосек. У него ничего нету, но рядом с ним есть уникальный двуручный топор. Друг лесника. Ничем он больше не отличается, как уникальным названием. И если мы посмотрим на урон... Он вот такой вот. Вот такой вот. Отличается от стандартной секиры всего лишь на одну единицу. Это настолько мизерно, что мой Ванюша просто заливается. Вот. В игре очень много... Очень много уникального оружия, друзья. Так что давайте переходить к следующей фишке. Следующая крутая фишка. Пасхалка. Находится в поместье Златоцвет. Недалеко от Рифтона. И нам нужно не в самом поместье, а в канализации, друзья. В канализации. Сюда. Вау. Прикольно так отлетают. Так, мышки, привет. Как они прикольно улетают. И здесь есть вот такая вот повозка и скелеты. Много скелетов как человека, так и черепа оленей, друзья. Это пасхалка на кошмары перед Рождеством. Помните, где Джек рассекал на скелетах, на оленях скелетах? Да, это 100% как раз-то к этому популярному американскому мультику пасхалка. 100%! Когда выпил зелье невидимости. Так, пока все нормально. Стоп. Оу. Следующая крутейшая фишка, друзья. Ну, лично для меня. Может быть, для вас будет тоже. Смотрите. Смотрите. Это находится в бастион Кричащий Ветер. Вот здесь. Видите, где я нахожусь? Кстати,
где этот бастион находится. Давайте я вам покажу. Недалеко от Фолкрита. Вот. Идем сюда. И здесь есть... Вот такая, черт подери, комнатка с обувью. Что это такое? Это единственное место. Единственное во всем Скайриме, где на такой вот площади, на вот такой вот площади, столько-столько много стандартной разной обуви. Между прочим, здесь есть кое-какие уникальные. Это мягкие сапоги, они, по-моему, уникальные. Их носит только Ульфрик. И еще какие-то. Тут даже ботинки есть, которые весят ноль. Ботинки, которые весят ноль. Вы понимаете? Черт! И я еще, знаете, что обнаружил? Тут вот кровь, и сверху постоянно капает. Капает кровь. Посмотрите. Жутко! Ну, я не пойму, это вампиры-клептоманы, вампиры-собиратели обуви. У меня было прохождение, что я не знаю, я просто собирал разную обувь. И тут тоже такой коллекционер. Как вы думаете, к чему? К чему эта пасхалка, друзья? Напишите, напишите комментарий. Мне очень интересно ваши мысли. Следующая интересная фишка находится недалеко от Вайтрана. Пещера Приречная Застава. Тут обитает немножечко бандитов. Да ладно. Плохой, говоришь? Мимо. Посмотрим, что ты можешь. Всего лишь. Заходим. Заходим. И здесь мы видим слепого. Помните его? Кто здесь? Родольф, это ты? Да, давайте соврем. Старшой тебя искал. Сказал, что будет на вершине. Лучше не заставляй его ждать. И здесь, это Ульф слепой. И рядом есть книга Ульфра. Ульфр. Понимаете, он слепой, и рядом книга. Как это все взаимосвязано? Но, друзья, если мы ее возьмем... то здесь ничего нет. Что это? Что это за злая шутка над слепым? А, ребят, как вы думаете? Не, ну ладно, есть книги, которые специально для слепых. Там есть какие-то, знаете, такие выступы, и они читают именно пальцами. Но здесь ничего нет! Черт подери! Что это такое? Хотя, может быть, следующее. Может быть, он когда-то очень-очень-очень любил читать, а ему как бы подарили, когда он ослеп, книгу, как бы без ничего, чтобы он как бы представлял, что он читает. Но, друзья, это странно, это очень странно, и что вы думаете, напишите в комментариях. Следующая непонятная лично мне фишка или секрет, который я еще не открыл, друзья, и хочу у вас спросить, как находится недалеко от замка Карстага. Вот, кстати, сам замок Карстага, это остров Солтсхейм, дополнение Драгонборн, и здесь есть пещера. Заходим в эту пещеру. Здесь будет много-много-много риглингов, но нас интересует самая начальная стадия этой пещеры. Вот этот как раз-то водопадик, друзья, меня и интересует. Вон, видите? Огромнейший сундук. Но добраться туда никак невозможно. Вообще никак. Я пробовал по текстурам, пробовал так и сяк, но никак. Друзья, если вы знаете, как туда добраться, то напишите в комментариях. Потому что я вообще не знаю. Тут, между прочим, есть Орача Булава. Она тут даже на первом уровне. Я проверял, но... ну вот никак. Вижу тот сундучок, но добраться никак к нему не могу. Просто не могу. Какие-то скелетики, которые, видимо, тоже пытались туда добраться, но умерли. Или просто их риклинги убили. Просто нет туда прохода. Черт, или я чего-то не знаю. Друзья, напишите в комментариях. Ну и последний, самый крутой, друзья, вы уже поняли. Это всадник. Всадник без головы. Так, волки, отстаньте. Он может вам попасться чисто случайно. Иногда он попадается просто на первом уровне ночью. А иногда вы можете проиграть, я не знаю, 300 часов и ни разу его не встретить. Я не знаю, с чем это связано. Это всадник
Без головы. Призрак без головы. Друзья, невероятная фишка, которая очень редкая. Очень. Как мы видим, это воин, и, между прочим, это воин с двуручным топором, и он нас куда-то ведет. Черт, где я его только не встречал? Вы можете его встретить где угодно, друзья. На любой части карты. Я не знаю, как игра выбирает, подбирает. Может быть, есть шанс, что он появится, знаете, там какой-то 0,1% или 1%, но это реально очень-очень сложно его раздобыть. Тут, наверное, меньше шанс, чем у бритвы Миринуса. И вот куда он нас приводит. Смотрите. Привет. После чего исчезает. Эта локация называется Привал Хамвира. Друзья, Хамвир, такой персонаж есть? Да, такой персонаж есть. Смотрите. Вот, друзья, смотрите, я зашел в Вики. Хамвир, персонаж с Морровинда. Норд-варвар. Как говорится, этим все сказано. Норд-варвар. Варвары — это именно те, которые бегают с двуручным оружием, жесткие воины. Но непонятно, почему он там призраком бегает, друзья. Но 100%, 100% это как раз-то пасхалка к любимому Моровинду. Да, друзья, напишите, встречали ли вы этого призрака за ваше долгое путешествие. И когда? В начале, в середине или вообще в конце? Да, друзья, вот такие вот крутые старенькие секреты, пасхалки и баги я вам сегодня показал. Между прочим, будет еще четвертая часть. Поверьте, у меня еще есть что вам показать. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и пишите ваши комментарии. Все, друзья, счастья вам и пока.